Я очень благодарен дипломатическому корпусу и сегодня вам лично, что приезжают люди, вы приезжаете к нам и сформируете свое мнение на свои, окажут в нас властную мощь. Вы видите, что у нас происходит, вы формируете мнение. Я только недавно прибыл в Украину, и, конечно, мы делаем эти региональные туры. Ну, в моих обязанностях входит тоже промоция и, так сказать, продвижение двухсторонних политических отношений, ну и также экономических, и то есть на национальном уровне между странами, и также на региональном уровне. У нас очень большой интерес тоже продвигать эти контакты на региональном уровне. Я был уже в Чернигове, успел побывать, и, конечно, сейчас такое удобное время побыть в Одессе, потому что удобное в том смысле, что наша национальная авиалиния открывает постоянный рейс сообщений, авиасообщения между Ригой и Одессой, так что они не будут только ограничиваться туристическим сезоном, но и будут полеты зимой. В зимний сезон, то значит, это обоюдная выгода, мы привезем больше пассажиров в Одессу, я в этом абсолютно уверен, потому что в Латвии очень такой позитивные эмоции об Одессе, и, конечно, мы не только латышей привезем, но и привезем туристов и пассажиров с других стран, стран Северной Европы, с региона. Так что мы смотрим это очень позитивно, и я тут участвовал в таком мероприятии продвижения бизнеса авиасообщения. Ну и, конечно, ознакомился по мере возможности. Не очень много времени мы тут имеем, но пару дней имеем. По мере возможности ознакомился тоже с достопримечательностями города. Ну а с господином мэром у нас очень такой состоятельный разговор был о тех вопросах, которые очень актуальны здесь в городе, и как мы можем там развить сотрудничество тоже между Одессой и Латвией. И, конечно, мы были бы очень рады видеть господина мэра в Одессе, в Риге, когда это все пандемия COVID кончится, так сказать. Ну, есть много вопросов, я думаю, что где есть возможности сотрудничества тоже в секторе образования, например, обмен студентами и так далее. Здесь культура тоже, можем смотреть, что мы можем, какие мероприятия можем организовать. Так что очень интересно, я полон впечатлений.